Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет видео распаковка посылочки с сайта Василёк. Очень я ждала эту посылку, потому что там есть кое-что, что для моего весеннего настроения, но весна уже вот-вот-вот-вот совсем близко, так что да, одной вещицей очень хотела себе еще больше поднять весеннего настроения, так что сейчас я все распакую, разложу и вам покажу. Так, ну что, я распаковала. Давайте начну с такого по мелочи, скажем так. Заказала две пары вот такого мужского нижнего белья. Вот это хорошее. В принципе, не просвечивает, такой тянущийся материал. Не знаю, в прошлый раз заказывала племешу, было нормально. Вот, еще две вот такие. Ну, в упаковке там идут две пары. Вот такие вот взяла. И взяла вот такие. Это вообще идут салфетки махровые, то есть вот такие тряпочки. Я их так и буду использовать, как... ну, салфеточки, то есть где-то что-то на кухне себе. Вообще я их брала, знаете, для чего? Ну, умываться себе, вот. В общем, не знаю, вот такие 5 штучек, они, ну, что-то недорого стоили, вот, поэтому я взяла розовенькие, чтобы мне их никто не утаскивал, вот. Вот здесь в упаковке 5 штук идет, вот. Так, дальше своему младшему сыночку я взяла вот такие джинсы. Старшему я уже покупала, а вот младшего у меня нет. Во-первых, классно то, что они идут на резинке, это очень удобно в садик ходить, то есть не надо ничего застегивать, ничего, ну это на улицу он будет ходить. Единственное, что я взяла на рост 122, и вот он идет на рост 122, то есть видите, они такие длинные, я боялась, что будут маломерки, но нет, девочки, это не маломерка. Единственное, что это на худеньких мальчиков, то есть попа ему будет хорошо, я думаю, ну в общем померим. Что можно либо обрезать, либо подвернуть, да, ну, в общем, посмотрю я, померит он, но я вижу, что по длине будут точно длинные, вот такие, но качество очень классное, кстати, джинсики, вот я впервые увидела, что есть детские джинсы, и с удовольствием взяла, прям плотный такой джинс, девочки, очень хорошие, стоили они 500 с чем-то рублей, и вот получается, это рост 122 я взяла, то есть размер в размер идет, здесь вот кармашки, не обманки, сзади тоже кармашки, вот такие серенькие, мне кажется, очень классно будет. Вот сейчас весной будет ему вообще самое то. И себе, девочки, я взяла вот такую тунику. На самом деле, я не знаю, помните, я заказывала халатик такой в горошек, и вот что-то мне захотелось себе еще чего-нибудь в горошек, сочетание с красным цветом, и я решила взять вот такую тунику. Но вот сейчас она пришла, я ее померю, покажу, как она смотрится на мне. То есть она такая к низу, как бы оверсайз, да, вот. Но вам могу сказать, что это, наверное, не мое. Я не знаю, буду я это носить или нет. Может быть, кому-то отдам. Но качество очень хорошее, честно. Вот я померю, покажу вам на себе. То есть это хлопок тонкий, но при этом он не просвечивает. В принципе, с какими-то леггинсами, может быть, под низ. Ну, в общем, я померю вам, покажу. И еще я себе заказала вот такое вот нереальное платье. Девочки, я его планирую носить дома. Взяла 42 размер. Написано, что это хлопок. Но это не хлопок, да? Оно, девочки, такое как бархатное, но я бы не сказала даже, что оно бархатное, как такое плюшевое немножко. Я реально буду носить это дома, девочки, честно. Вот такие, ну тут ниточка, ниточка немножко. А, ну это просто ниточка лежит. Вот такие лямочки тоже, но они не тянутся, вот. Так вот внутри все сделано, посмотрите, ну мне кажется, платье вообще классное. Вот, сейчас тоже его померю, покажу, как оно смотрится. Такой вот у него классный материал. Реально буду ходить в нем дома, девочки. Очень оно мне понравилось. Прям вообще и цвет такой металлический, серый. Вообще класс. Смотрите. И вот, девочки, то, что я ждала, это вообще просто, просто, просто вау. Я сейчас распакую и разложу. Это постельное белье. Я уже говорила, у нас с мужем нестандартная кровать. Плюс мы спим с ним под разными одеялами. У него полутораспальное, у меня двухспальное одеяло. У нас 3 подушки 50 на 70. В общем, достаточно сложно подобрать, чтобы вот просто был комплект. Поэтому в Васильке есть как раз вот та история, когда вы можете отдельно набрать тех размеров, которые вам нужно. Это просто супер круто. У меня вот такая простынь. Правда, здесь вот так подписано, ну ладно. 2 на 2 на... 70, да, я так понимаю. 3 наволочки 50 на 70, вот такие. И здесь у меня пододеяльник,
двухспальный и пододеяльник полутораспальный. Я вначале, когда открыла, думаю, блин, неужели они мне разного цвета положили? Нет, он идет, я сейчас разложу вам, покажу, как он будет выглядеть. В общем, вот такое желто-серое настроение, это просто супер. Сейчас, девочки, разложу, покажу, но я его сегодня постираю, потом застелю на кровать. Вот эта вот туника, которую я заказала. Я сейчас посмотрела, девочки, она стоила 259 рублей. Ну, как бы за 259 рублей это качество просто огонь. Вот серьезно. Потому что все ровное, все в отличном, отлично сделано, ничего не перекушено. Она вот так вот получается у нас. Видите, вот такая. И мне это и хотелось. То есть у меня есть вот такие леггинсы. Вот. И я хотела что-то такое, вот, чтобы одел и вот пошел. Но мне кажется, просто расцветка не очень, не совсем моя. Хотя. Не знаю. Я не знаю, я подумаю. Как-то с поясочком. Не с такими леггинсами, я имею в виду. А может быть, просто с какими-то другими. Надо покопаться, что у меня есть. Посмотрю, если что, я подарю кому-нибудь. Кому-нибудь подарю. Но за 259 рублей вот просто нереально крутое качество. Как вы видите, вот у меня одето нижнее белье, да. То есть ничего не просвечивает. Не очень плотный хлопок. Отлично, то есть прошито, ничего не перекошено. Видите? Сзади сидит хорошо. То есть здесь сделано просто вот такой защип. Вот такой, видите? Вот. Не знаю, может быть, просто если было бы однотонное, я бы 100% бы вот прям визжала бы от восторга. Но с этими цветочками даже не знаю. Напишите мне, ну... Девочки, вот это платье, но вот это уже моя тема. Я сейчас одела сюда нижнее белье, но вообще планирую ходить без нижнего белья. Вот, ну как-то так, вот. Но оно просто, вот для дома, это вот моя домашняя тема на самом деле. Единственное, что да, подчеркнет все недостатки, то есть подчеркну, у меня животик. Вот здесь вот идет по низу такая резиночка на большую грудь, мне кажется, то есть... Как бы вот здесь, вот видите, такая вставочка, резиночка, мне кажется, на большую грудь не подойдет. Потому что, видите, я белье с пушапом одела, и оно вот топорщится немножечко. А так вообще очень приятно к телу такое, знаете. Тарам-тарам. Вот это вот вообще моя тематика. Я люблю так ходить дома, мне очень нравится. И да, прикольненько. Вот такое вот. Классная. Ну и здесь вот как бы без белья, если подправить, то будет нормально. Вот, и хорошо, что оно идет такое вот, ну, вот эта часть мне очень нравится, что ничего не открыто, не раскрыто, ничего, то есть достаточно так. Ну, на мой взгляд, очень классненько. Мне прям нравится, девочки, честно. Платье для дома такое и домашнее, и в то же время нет. Девочки, вы посмотрите, какая красота. Просто. О, я кайфую вообще. О, это постельное белье. Значит, вот это сверху лежит пододеяльник. Видите, он идет от серого к желтому такому насыщенному. Вот это наволочки. Наволочки получаются, с одной стороны, вот такие лимонно-желтый, от светлого получается к темному, но так не сильно, да. И с этой стороны они получаются серый, от светлого к более темному. Забыла также вам сказать, что в этот раз я взяла сатин. Вот такой, видите? Весна. Я как знала. То есть я взяла сатин. Сатин тоже очень-очень плотный, но он такой более шелковистый, видите? И вот у меня получается два пододеяльника таких. И простынь идет немножко, то есть вот такая. Смотрите, она как бы тоже цветная, идет, ну вот эта обшивка, это будет внутри находиться, да. Вот здесь вот такая серая вставка. Все убрала, вот смотрите, простынь получается. У меня простынь на резинке идет, я специально выбирала, потому что, ну, люблю, когда на резинке. Здесь вот получается вот такая, ну, вот этот бортик нашитый, да, и тоже идет она от желтого, светлая к серому. И вот с этой стороны тоже вот такая вот вкладочка идет. Так как она у меня квадрат, я могу ее и так, и так, и так, и сяк, как угодно на матрас нацеплять. В общем, сейчас я все это буду стирать.
Ну, боже, это же просто какая-то милота, красота. Мне так понравилось, девочки. Такое же есть еще в розовом, то есть серо-розовое, по-моему, еще зелено-розовое, ну, какие-то. Ну, вот мне желтое прям вообще, вот это прям мое. Девочки, смотрите, я постирала, застелила это постельное белье. Я его, правда, не гладила. Скажу сразу, я постельное белье не глажу. Блин, какая прелесть. Вот такая получается простынь. Я ее почему-то вот так застелила. То есть не серой стороной сюда, под одеяльник, желтой стороной сюда. В общем, вот так вот. И подушки. Они получаются с одной стороны вот такие, а с другой стороны вот такие. Ну, не подушки, наволочки, да? Как мне нравится. Оно такое вот, оно прям шелковистое такое, очень классное. Смотрите. Прям вообще огонь. Мне безумно нравится просто. Оно такое классное. Единственное, что на мужа я что-то большое под одеяльник взяла. Вот, надо было, мне кажется, ему поменьше, что ли. Не знаю, что-то у него с одеялом. А так вы посмотрите, какое. Ну, это же весна. Супер, я прям вообще без ума. Так что вот такой вот у меня заказик был с сайта Василек. На самом деле, вот эту вот кофточку можно как-то подобыграть. Не знаю, красные губы какой-нибудь... пучок накрутить, навертеть на голове, и будет, мне кажется, неплохо смотреться, может быть, для разнообразия, не знаю. Ну, в общем, я подумаю. Вы напишите, как ее носить, не знаю, мне что-то захотелось, или я на цену повелась, честно сказать, уже не помню, вот, но хотела что-то такое, вот, какую-то такую маечку, кофточку, тунику или что-то в этом духе, чтобы вот как-то так свободно, легко носить, ну, в общем, не знаю. А вот постельное белье это просто огонь, девочки, вообще, оно мне так нравится, я просто в безумном восторге от него. Вот, все ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе, так что переходите, смотрите, ну, а на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным, не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч!